Так, привет всем рукодельницам, с вами Татьяна Ким, рада приветствовать вас на своем канале. Хотела показать вам мои покупки, немного похвастаться, так сказать. Заказ мне пришел из интернет-магазина «Любимые ленточки». Так, сейчас открою, давайте посмотрим, что же мне пришло. Так, что такое? У меня заказ получился. Резиночки белые, как вы знаете, без резиночек я никуда. Это мое самое частое, что я делаю, это резиночки. Люблю вот такие резиночки, они бесшовные, очень классные, нигде не рвутся. Так, вот такие резиночки. Потом ленточки заказала. Вот такие. Так, тут по 5 метров, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, эти 5 сантиметров, 4 сантиметра. 2,5 сантиметра взяла розовые, голубые и сиреневые. Так, впереди у нас 9 мая. Взяла вот такую ленту. Еще ни разу не делала броши. Хочу попробовать. Так. Такая вот лента. Потом 1,5 сантиметра вот такую ленту взяла. И взяла кружево. Кружево белое и черное. Так. Очень красивое, такое плотненькое. Это для бантиков всяких разных. Так, на этом сайте у них получается все метражом можно купить. Цены приемлемые, не скажу, что дорого. Так, и по ленте. Хотела посмотреть, какая лента. Лента плотная. Вот, посмотрите. Изгиб остается. Такая хорошая. Ну-ка, желтенькую. Это тоже такая плотненькая. Очень хорошо из такой ленты делать лепестки канзаши. Когда лента плотная, не слишком она такая мягкая. Есть такая лента, прямо она такая мягкая-мягкая. Обычно такую ленту я желатиню. И, ну вот это помягче, конечно. Желатиню, и она становится твердой. Но все равно вот, видите, лента хорошего, в принципе, качества. Так, 2,5. Даже на ощупь чувствуется, что лента плотная. В общем, даже если мне попадается лента, которая мягкая такая, я ее желатиню, и нормально можно делать лепестки. Вот, хорошая лента, мне нравится. Первый раз заказывала в этом магазине. Не знала, какая лента придет. Ну вот, лента хорошая пришла. Просто так. Вот так. Да, мне нравится. Хорошая лента. Тут, конечно, мягонькая. Ничего страшного. Так. Дальше. Хотела показать серединки, которые я заказала.
Так, а это у нас подарок. Красивые серединки. Спасибо магазину «Любимые ленточки» за подарок. Мне очень приятно. Честно, сколько я покупаю в интернете, в Алиэкспресс, да, мне никогда подарки почему-то не кладут. Это первый мой подарок, который мне положили в посылку. Так приятно. Спасибо большое. Так, вот такие серединки. Это пластиковые полубусинки. Сейчас открою. Так, вот такие пластиковые полубусины. Так. Вот такие короны. Решила попробовать взять для бантиков. Хочу посмотреть, как с ними. Такие розовенькие и серебристые. По две штучки. Потом сейчас еще тут. А, основу для броши взяла небольшие. Такие. Сейчас у меня заказ вот поступил на броши. Я буду делать брошь одной замечательной женщине. Вот. Так, вот такие бабочки взяла. Это для ободочков или тоже там для бантиков. Интересно, очень фетровая основа такая. И блестки. Блестки не сыпятся. Все классно. Так, вот такие броши. Там, кстати, на сайте у них, посмотрите, зайдите, очень классные броши продаются. Не броши, а вот такие вот серединки именно. Очень много разных. Как бы не во всех магазинах можно найти красивые серединки. А вот на этом сайте очень красивые серединки. Зайдите, посмотрите. Может, что-то приглянется вам. Ну, мне вот очень как бы нравится, и по качеству очень хорошие. И цена у них вообще, кстати, недорого. Конечно, надо посмотреть, сколько такие стоят. Ну, в общем, 30 рублей стоят вот такие вот серединки. Такая красота. Так, дальше я взяла вот такие серединки. Так, вот такие простые серединочки. Ну, такие тяжеленькие тоже. Переливаются очень красиво. Как раз вот проволоку можно вот за эти штучки зацепить. Я вот специально беру такие серединки, чтобы можно было проволоку зацепить, чтобы она прям вот как бы держалась очень хорошо. Я не люблю просто клеем намазывать серединку и приклеивать. Она потом отклеивается, выпадает. Я люблю прямо ее хорошо-хорошо на проволоку посадить и приклеить. Намертво, так сказать. Так, вот такие хорошие серединки красивые пришли. Так. Как называются? Забыла я. Вот такие штучки. Держатели для бусин или... В общем, вот так, вот такие вот цветочки красивые. Сюда внутрь бусинку можно. Сейчас покажу. Сюда внутрь можно. Отличная серединка, кстати. И недорого выходит. Можно вот так вот бусинку какую-нибудь на проволоку посадить. И очень классно будет смотреться. Серединка. И вот жемчуг. В общем, прикольные, мне нравятся. Не знала, какие придут они. Ну, такие все, это ровненькие, целенькие. Первый раз такие заказываю. Они, получается, в виде цветочка. Очень красивые. Так. И заказала еще вот такую вот шину.
Так. Замотано все. Так. Честно, заказываю ее первый раз. До этого ни разу не пользовалась ею. Не знаю, как в работе. Так, сделано качественно, все вроде хорошо, ничего нигде не торчит. Такая легенькая, пластиковая, блестит, сверкается. Очень интересная. Это я заказала для свадебного букетика. Попробовать сделать. В общем, такая штучка. Да, еще вот такие магнитики я заказала. Близится 8 марта, хотелось попробовать сделать маленькие букетики, букеты-магниты. Такие прям хорошие магниты, мощные. В общем, думаю, букетики держаться будут на холодильнике. Магниты у них там недорогие, размеры разные есть. Посмотрите, кому интересно. Так, еще вот хотела сказать. Заказала клеевые стержни. Такие. Так, клевые стержни. Хорошие. В общем, вот такая посылка мне пришла. Спасибо за просмотр. Все ссылки я оставлю под видео. Проходите, смотрите. Очень классные серединки у них на сайте есть. Хорошая, качественная лента мне понравилась. Такая плотная для канзаши. В самый раз. Именно для лепестков канзаши таких не сыпется лента. В общем, проходите, смотрите. Все ссылочки под видео в описании. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайки, комментируйте. Все комментарии ваши вижу я. По мере возможности отвечаю. Вот. И еще хотела ответить на ваши вопросы, кто спрашивал по поводу ленточек, когда и как я их покупаю и где как бы. Вообще обычно ленты я закупаю оптом раз в год где-то, и потом в течение года, если что-то кончается, я вот так вот маленькими партиями, по чуть-чуть, там вот где-то какой-то цвет кончается, по чуть-чуть я заказываю, дозаказываю как бы. А так в основном я закупаю все оптом. Так, вот в принципе и все. Все, тогда увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр.